Привет, дорогие подписчики и гости! Рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня предлагаю вам рецепт фаршированных половинок перца, запеченные в духовке. Для приготовления нам понадобится перец болгарский, копченая колбаса, картофель, помидор, сыр, яйцо, сливки, соль, перец, перья зеленого лука и растительное масло. Колбасу нарезаем небольшими кубиками. Пересыпем в глубокую миску. Сыр натираем на крупную терку. И высыпем колбасе. И отварную картофель тоже натираем на крупную терку. Пересыпаем все в миску. Теперь зеленый лук мелко нарезаем. И отправляем все в миску. Возьмем неглубокую посуду, нальем сливки, вобьем яйцо одно. Добавим соль и перец и хорошо перемешаем. Добавляем взбитое яйцо со сливками, тщательно перемешиваем и начинка готова. Перец болгарский разрезаем на половинку, удаляем семена и перегородки. Форму для запекания устелим фольгой и смажем растительным маслом. Половинки болгарского перца плотно начиняем начинкой. Помидор нарезаем кружочками. Сверху выложим кружочки помидор. Посыпем солью. Нальем немножко растительным маслом. Накроем сверху фольгой. Запекаем половинки перца в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут. Блюдо приготовилось, выложим, украсим зеленью и можно подавать к столу. Блюдо получилось очень вкусным и сытным. Обязательно попробуйте это аппетитное, простое, сытное блюдо с прекрасным вкусом. С
Смотрите мое видео и подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем приятного аппетита и до скорых встреч!